22 июля в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион по продаже незавершенного строительством незаконсервированного жилого дома и право заключения договора аренды земельного участка. На торги выставлен один лот. Участок расположен в Красном маяке. Начальная цена – около 5300 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодезцентра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодезцентре по номеру 301246.